На канале «Домашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Завтра будет всегда», выход которой ожидается 8 марта. В центре сюжета сериала простая девушка Вера. Однажды она теряет работу и заработок, на который она тащила всю семью, младших сестер и маму. Не найдя работы в своем городке, Вера решает ехать в Москву и там устраивается работать в фотостудию к Геннадию, известному фотографу, ловеласу и похитителю сердец. Гена сразу замечает Веру и хочет дополнить ей свою коллекцию. Он начинает ухаживать и применяет всяческие уловки. Его план срабатывает, Вера тает от любви, и, кажется, Геннадий также начинает чувствовать к ней нечто большее, чем симпатия. Но, испугавшись своих чувств, он предает Веру. И теперь ей не остается ничего, как уехать обратно. Приехав домой, девушка видит ужасную картину. Семья погрязла в нищете, и чтобы это исправить, соглашается на брак с Михаилом, бизнесменом и тираном. Но происходит неожиданное. Геннадий, терзаемый чувством любви к Вере, едет за ней. Но девушка замужем, и к тому же сестре требуется дорогостоящая операция, которую может обеспечить Михаил. И сейчас Вере необходимо сделать сложный выбор: податься чувством к Гене или же остаться с Михаилом и спасти свою сестру. Главные роли в сериале исполнят Елена Катышева, Татьяна Чердынцева, Петр Нестеров, Прохор Дубравин и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Завтра будет всегда» состоится 8 марта на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.